светлая память погибшим, мира и добра всем живущим. Годы идут, ветераны Афганистана уже вырастили своих детей, воспитывают внуков. Сегодня многие из тех, кто воевал, был в горячих точках, активно занимаются общественной работой, военно-патриотическим воспитанием молодежи. Это в высшей степени востребовано. Ведь так важно, чтобы ребята росли с чувством любви к родине. Это событие имеет огромное значение. Боевые действия по выполнению интернационального долга – очень серьезное испытание для вооруженных сил нашей страны. Но героизм и преданность родине во все времена отличали российских военных. Летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печаль. Мы замолкаем, глядя в небеса. Летит по небу Клим усталый, летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток мало. Быть может, это место для меня. Настанет день из журавлиной стаи, я поплыву в такой же сизой мгле, из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле.